Если ты знаешь, кто такой Халк, успей поставить лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в нашу обновленную игрушку, которая называется Big Muscle. Ребятушки, у нас произошло просто масштабное обновление, и посмотрите, какой у меня уже здесь есть скинчик. Поначалу, ребятушки, до обновы у нас был простой вот такой вот парнишка, после обновы мы с вами уже имеем новый скинчик вот такого какого-то непонятного человека-мутанта. Здесь мы его с вами, ребятки, будем прокачивать, а также здесь в этой игрухе мы с вами сможем еще новые скины открыть. Ну что же, за те деньги, которые я заработал, могу немножечко попрокачиваться. Давайте мы прокачаем ему ручки 2 раза, туловище 2 раза и 2 раза ножки. И наш вот этот вот мутант, титан наш, сразу же преобразился. Ну а сейчас, ребятушки, давайте приступать к самой игре. Здесь нам нужно, как и до обновления, подбирать шприцы для того, чтобы прокачивать уровень. А также после того, когда мы уничтожаем нашего противника, все те левелы, весь тот опыт обратно же переходит нашему герою. И вот посмотрите, ребят, у меня уже 50 левел. То есть всех моих противников, у которых уровень меньше, мы с вами можем уже уничтожать. Также после обновы у нас появились различные пассивочки. Вот после того, когда мы с вами подбираем крылышки, наш герой просто-напросто начинает лететь как Супермен и уничтожает все и вся на своем пути вне зависимости от уровня. Ну что же, после обновления мы с вами сыграли первый левел. О, тут у нас, смотрите, ребят, появился еще и рейтинг, оказывается. Мы с вами чуть-чуточку подросли и где-то на процентов 20 открыли еще один какой-то новый скинчик. Обязательно сегодня их заценим. Так, давайте еще попробуем прокачать ручки 2 раза. Тем более, что деньжат у нас пока что хватает. И давайте хотя бы разочек еще прокачаем тело. И, ребятушки, погнали, попробуем еще один левел за нашего вот такого кровавого чувака пройти. Уровни у нас, конечно же, будут меняться. В каждом уровне мы с вами будем зарабатывать деньги, а также будем зарабатывать кристаллики. Деньги нам нужны для того, чтобы прокачивать наших мутантов, вот таких вот, как этот красный чувачок. Ну, а кристаллики нам нужны для того, чтобы прокачивать параметры. Урон, количество стен, нам нужно будет потихонечку их продвигать, как в игрушке Giant Rush, а также, ребятушки, доход офлайн. То есть, когда мы с вами не играем в эту игруху, доход нам все равно будет капать. Ну что же, следующий левел мы с вами тоже прошли, в принципе, даже выбрали максимальный урон, и вот этого чувака отправляем туда подальше. Вот получается, что все стенки, которые были у нас открыты, мы с вами разбили. Теперь нам нужно будет все кристаллики, которые у нас есть, выкачать в стенки для того, чтобы их туда чуть-чуть подальше подвинуть, и нашего, наверное, Халка, ребят, мы с вами открываем уже на 40%. Давайте попробуем тогда еще один левел пройти. Сперва, конечно же, давайте прокачаем немножко стену для того, чтобы чуть-чуть подальше туда отдвинуть, и все деньги обратно вкачаем в урон. Погнали, ребят, следующий у нас получается 8-й левел. Подбираем пассивочку, уничтожаем всех-всех вот этих вот чуваков, и у нас с вами уже больше 50 уровня. 61 левел мы с вами уже имеем. Сейчас за нашего чувачка мы с вами попробуем пройти подальше. Еще вот этого парнишку давайте мы с вами кокнем. 105 уровень у нас есть, и мы с вами, ребят, сейчас будем собирать уже кристаллики. Так, в принципе, неплохо у нас тут все получилось. Еще сейчас чуть-чуточку мы с вами уровней подберем. И смотрите, ребятки, обратно у нас получилось нанести максимальный урон. Сейчас этот пацан уже дальше летит и, соответственно, приносит нам еще больше денег. Сейчас давайте, ребят, после этого левела мы с вами заценим, сколько у нас вообще монеток есть. И, возможно, как раз и сейчас мы с вами сможем еще чуть-чуточку нашего вот этого парня прокачать. Давайте мы ему с вами реально прокачаем максимально ручки. О, смотрите, сколько вакцины мы с вами вкололи в ручки, и сейчас вот этот вот парнишка реально стал каким-то прям монстром. Выглядит он, ребят, намного-намного прикольнее. Ну и сейчас давайте попробуем еще тогда за него и сыграть. Подбираем пассивочку, уровни у нас растут и довольно-таки неплохо растут. Ну и, конечно же, кристаллики мы с вами тоже по максимуму давайте заберем. Кстати, после обновления вот эти вот парни, которые на нашем пути появляются, уже есть такие случаи, когда они бегут на нас. До обновы мы с вами только вот так вот их уничтожали, они стояли на месте. Ну а после обновы они уже, в принципе, могут бежать на нас. И нужно быть очень внимательным, потому что мы с вами можем уничтожить только того противника, у которого уровень будет поменьше, чем у нас. Так, друзья, мне кажется, что нам нужно еще дальше вот эти вот стенки подвинуть, поэтому сейчас все эти кристаллики, которые у нас есть, которые мы с вами заработали, обратно мы с вами вкачаем в стенки. И, кстати, ребят, смотрите, на 80% мы с вами открываем нового монстра, и это, мне кажется, реально будет Халк. Сегодня мы с вами еще и за Халка сыграем. Итак, у нас 452 кристаллика, давайте мы с вами чуть-чуточку вот эту вот стену пододвинем и попробуем 10 левел пройти. После 10 уровня у меня
уже наконец-таки будет еще один супер-пупер-крутой какой-то босс. Немножко, ребят, игрушка что-то у нас поддергивается. Возможно, это связано с тем, что у нас просто графика очень и очень серьезно здесь настроена. После обновления графика у нас тут стала чуть-чуть получше, поэтому игрушка стала немножко потяжелее. Ну и мне кажется, возможно, из-за этого есть небольшие такие перебои. Ну ладненько, сейчас мы с вами попробуем тогда этот уровень до конца уже дойти. Ого, глядите, какие руки здоровенные у нас с вами выросли. И сейчас после уничтожения вот этого парнишки, мы сейчас его с вами нокаутируем, у нас должен открыться наш новый скинчик. Пришлось мне посмотреть рекламу, и вот у нас появляется новый скинчик. Пока что это человек, и с этого человека мы, наверное, должны будем с вами сделать Халка. Ну что же, выбираем его, и давайте попробуем накачать его вакциной. Сперва, ребят, давайте мы с вами прокачаем ему хотя бы разика 2 ручки, хотя бы 2 разика туловища и 2 раза ноги. И посмотрите, наш человек потихонечку преобразился в Халка. Также давайте мы с вами прокачаем еще урон, чтобы побольше урона наносить, и попробуем сыграть впервые за нашего нового супергероя. Подбираем, конечно же, кристаллики и подбираем, конечно же, вот эту вот вакцину, и нам нужно будет нокаутировать наших противников. Ребят, если честно, из всех этих скинчиков, за которые я играл в этой игрухе, пока что скин Халка мне нравится больше всего. Он реально очень-очень крутой, правда, почему-то пока что только желтый. Но это, скорее всего, связано с тем, что он просто мало прокачан. Мы с вами еще человека еще до конца этого монстра не сделали. Нам нужно сейчас заработать побольше деньжаток и, соответственно, все эти деньги, за эти деньги купить вакцины и потом эту вот вакцину вколоть в этого новоиспеченного Халка, после чего он должен у нас, наверное, будет немножечко видоизмениться. Но сейчас мы с вами с каждым новым уровнем будем денег побольше зарабатывать и, соответственно, будем его менять. О, смотрите, у нас тут обратно какой-то новый скинчик, на этот раз уже скин девушки нарисовался. Давайте, ребятки, мы с вами попробуем прокачать. Давайте мы с вами, наверное, попробуем еще хотя бы разика 2 ножки вкачать. И давайте хотя бы один разочек попробуем еще ручки вкачать. Итак, смотрим. О, смотрите, ребят, у нас Халк, по-моему, еще больше позеленел. Видите? До этого он был, ну, практически желтым, а теперь он уже какой-то такой более салатовый. Еще, конечно, не зеленый, но уже что-то ближе к Халку, наверное, у нас вырисовывается. Мы тут с вами продолжаем зарабатывать уровни, продолжаем собирать вакцину вот эту, и продолжаем, конечно же, подбирать кристаллики, чтобы прокачивать наши параметры в нашей игрухе. Тут, кстати, довольно-таки неплохой левел 12, очень много гемов мы с вами можем подобрать, и я сейчас по максимуму попробую их собрать. Так, у нас какой? 87 уровень, пока что ручки не совсем большие, нам бы прокачаться хотя бы до уровня 400-го. Я думаю, что у нас просто здоровенный громадный монстр бы получился, а пока что такое что-то среднее между Халком и человеком. Сейчас мы с вами максимально наносим урон вот этому парнишке, и еще побольше сейчас зарабатываем монеток, и эти монетки можно нам, ребят, с вами обратно потратить на вакцину. И наконец-таки уже добиться сходства с нашим супер крутым и мощным Халком. Так, где-то на процентов 40 у нас открывается вот эта вот девушка, не знаю, что это за скин какой-то новый. Давайте, наверное, еще попробуем прокачать туловище, и у нас теперь, смотрите, какой крутой и прокачанный супер крутой качок. Также давайте мы с вами, ребят, еще прокачаем старт левел. Это для того, ребят, чтобы прям стартовать сразу с выше уровня. И вот мы с вами начинаем играть прям с 10 левела. Подбираем пассивочку и теперь смотрим 135 уровень. Ребят, мы с вами только начали играть с 13 левеля, у меня уже 135 уровень имеется. Довольно-таки неплохо начали. Я думаю, что, в принципе, наверное, к финишу мы с вами где-то 400-ми и должны будем подойти. Ну, по крайней мере, я очень-очень на это надеюсь. Сейчас мы с вами попробуем побольше забрать еще кристалликов. 243 уровень у нас есть. Ай-яй-яй, не получилось. Я хотел прям сразу двоих вынести, но не получилось. Нужно все-таки, ребятушки, прям сразу уничтожать того чувака, у которого повыше уровень. И потом, если у нас есть возможность, уничтожать того чувака, которого уровень пониже. Я хотел сразу уничтожить двоих, поэтому промахнулся немножко. Ну ничего страшного, обратно денежки нам с вами капнули. И мы с вами обратно можем вкачать, к примеру, давайте вкачаем еще разочек ручки. И смотрится он тоже еще более, ребят, устрашающе. Сейчас мы с вами попробуем, ребятушки, еще 14 уровень пройти и максимально заработать уровней. 103 левел, сюда мы с вами пока что зайти не можем, потому что нужно обратно засмотреть рекламу. За все в этой игрухе что-то левое, нам с вами нужно смотреть рекламные паузы. Сейчас подберем побольше гемасиков, и тут у нас, ребят, кто, чувак?
А, 55 уровень, мне показалось 155, но нет, 55 только левел, мы с вами одного другого уничтожаем, сейчас еще одного или двоих мы с вами уничтожим, да, получилось мне прям сразу двоих вынести, подбираем пассивочку всех-всех-всех вот этих вот чуваков, ребятушки, мы с вами обратно уничтожаем, и 446 уровень, наконец, ребят, у нас с вами получилось прокачать, впервые, наверное, в этой игрухе за Халка мы с вами набрали такой максимальный левел. Ну что же, ребятки, а если вам понравился этот ролик, если вам понравилась эта игрушка, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. С вами же был, как всегда, Алплей. Всем удачи, ребятки. Всем пока.